Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 23 вересня – Всесвітній день боротьби з раком грудей. Про фактори ризику та профілактику захворювання сьогодні нам розкаже Ігор Плаксієв, лікар-мамолог. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Ігор, розкажіть, будь ласка, про статистику захворювань на рак молочної залози в Україні, в світі і у нашому місті безпосередньо. В структуре заболеваемости онкопатологии у женщин молочная железа стоит на первом месте, на втором кожа, на третьем месте тело матки, на третьем, на четвертом ободочная кишка и шейка матки на пятом. То есть, если проанализировать, то это одна из самых главных онкопатологий у женщин, которая беспокоит нас. На сегодняшний день ежегодно в мире регистрируется больше 1 000 000 случаев заболевания раком молочной железы. В Украине более 16 тысяч ежегодно обнаруживают онкологии молочных желез у женщин. Причем, что эта патология очень прирастает. За последние 10 лет эта патология увеличилась более чем на 27%, с ежегодным приростом более 2%, 2,7% точнее. Які є фактори ризику, що приводять до появи злоякісних новоутворень, тобто що це вік, вікова категорія чи якісь гормональні збої? Розкажіть ось ці фактори ризику. Тут дуже багато факторів і однозначного мнення не існує. Ну, на першому місці стоїть, на одному з перших місць стоїть наслідственний фактор. Уже доказано, що деякі жінки являються патологічними носителями двох BRCA1 ген атипичных генов и BRCA2. То есть это женщины, которые находятся в группе риска факторов развития рака молочной железы в последующем. Это не значит, что у них произойдет, это однозначно, но им надо вдвойне следить за собой. А более обыденным языком, если объяснить, то есть если у вашей мамы, у вашей сестры, у вашей бабушки была онкология молочной железы, то женщина тоже является в группе риска. Также очень сильно влияют гормональные сбои у женщин, когда повышается уровень эстрогенов в крови. Длительное применение, соответственно, с этим можно сказать, что кто длительно применяет гормонотерапию более 10 лет, то это тоже очень один из ведущих факторов возникновения онкологии в последующем. Также нужно беречь молочную железу. Прошу прощения, молочную железу от травм, от воздействий физического характера, травм, ударов, забоев, все это может в последующем привести к онкологии. Нужно следить, чтобы следить за массой тела, потому что ожирение тоже является одним из факторов развития рака молочной железы. Особое внимание надо уделить женщинам, которые страдают сахарным диабетом. Что еще здесь перечистить? А остальное – это наша экология, это неправильное питание, это много факторов всех. Щодо от вікової категорії, як відомо, то найпоширеніша аудиторія, яка може, скажімо так, захворіти на рак молочної залози, це жінки більш старшого віку, там 40+, наприклад. 30-74, якщо так брати по статистиці. От, від 30 років до 74 років. На вашій практиці зустрічалися випадки, коли захворювали молоді дівчата там до 30 років? Неоднократно даже. На сегодняшний момент уже фиксируется даже у девочек 13 лет есть единичные случаи. Тобто ніхто не застрахований. Это никто не застрахован. У чому ж полягає профілактика раку грудей? Профілактика, а можна розказати, що дівчинкам нужно делать, щоб як можна раніше обнаружити. Потому що часто очень поздно обнаруживается эта патология, и потом сложно уже помочь. Поэтому женщина должна уделять много внимания очень самообследованию молочной железы. То есть раз в неделю там, после душа встать перед зеркалом, поставить руки за голову, внимательно осмотреть форму молочной железы. Если какие-то изменения контура, изменения формы молочной железы, это все должно насторожить. Если появляются какие-то покраснения, уплотнения, она должна встать и по кругу против часовой стрелки, условно говоря, или против пропальпировать молочную железу сама. Никто лучше ее не должен ее знать.
То есть ее должны насторожить любые уплотнения, любые изменения формы, любые покраснения, любые уплощения кожи, само изменение кожи в виде лимонной корки. Точно так же надо осматривать и соски внимательно. Любые корочки на сосках, любые небольшие ранки, которые длительно не заживают, это все должно быть очень настораживающим фактором для женщин и быть поводом быстрее обратиться к мамологу. Тобто можна от саме в домашніх умовах, а щодо... Це навіть не можна, а потрібно проводити самой. Звертаючись до лікаря, от цей період, там, раз на півроку, як часто треба звертатися до лікаря-мамолога або от для планових обстежень? Ну, в молодому возрасті до 40 лет можна обращаться хоча б раз в год. Якщо брати по исследованиям, которые необходимо сделать в определенный возрастной период, то до 40 лет делается УЗИ-исследование хотя бы раз в год и обращаться к лекарю-мамологу, в крайнем случае к гинекологу. Если же женщина уже переступила 40-летний этап жизни, уже раз в два года необходимо делать маммограммы, с 50 лет уже необходимо маммографию делать ежегодно. Это все даст возможность обнаружить любые изменения в молочных железах на ранних этапах, что в последующем приведет к успешному лечению и выживаемости на уровне до 90%, если, не дай Бог, обнаружится онкопатология. А є якісь конкретні симптоми? Тобто ми говоримо про зміни зовнішні грудей, можливо, якісь внутрішні ще є зміни, які може відчути жінка і звернутися до лікаря? Таких нету. Это уже на крайних стадиях онкологии, уже тогда будет внутренний. Поэтому чем и опасно данное заболевание, что оно развивается годами, и женщина об этом даже не подозревает. И всеобщее заблуждение, что меня ничего не беспокоит, где к доктору приходить не надо. А обращаются уже, когда появляются вот эти изменения, которые я говорил, когда меняется форма, когда появляется какое-то уплотнение, когда изменяются лимфоузлы, краснеет. Болевой синдром появляется, но это уже на поздних стадиях. Поэтому лучше никаких таких симптомов, которые женщина на ранних этапах могла бы сама определить, нету на сегодняшний день. Нужно обращаться к доктору, он уже назначит необходимые исследования. Расскажите про диагностику самого рака молочной залозы. Там есть много методов, которые... Ну, на первом месте скрининговое исследование именно на сегодняшний день стоит, это маммография. Если уже обнаруживается узел, оттуда берется и цитологическое исследование, и гистологическое, производятся пункционные биопсии, трепан-биопсии, и тогда уже подтверждается диагноз. Давайте тезисно проговоримо таку пам'ятку для жінок, які хочуть берегти своє здоров'я і не хочуть дізнатися, що таке рак молочної залози. Які, можливо, деякі правила, які варто, елементарні правила. Я тоді повторюсь ще раз. Треба слідити, щоб не було травм молочної залози. Нужно слідити за своєю масою тіла, тому що ожирення теж є одним із факторів розвитку рака молочної залози. Нужно проходити обслідування, хоча б ежегодне, у профільних спеціалістів. Нужно делать УЗИ, маммографию. И на первом месте, конечно, стоит это самообследование. Это не значит, что сегодня меня доктор посмотрел, у меня все хорошо, год я свободна. То есть то, о чем мы говорили перед этим. Раз в месяц внимательно осмотреть свою молочную железу. Я еще раз повторюсь, что должно насторожить. Любые уплотнения, любые изменения формы, любые покраснения – любые выделения из соска, наличие ранок на соске, само изменение формы соска, изменение цвета кожи бывает даже, бывает изменение структуры кожи, то есть очень внимательно все смотреть. Наскільки добре сьогодні оснащені наші лікарні, безпосередньо ваша, ви лікар 9-ї лікарні, от жінки, які звертаються до вас за допомогою, наскільки вони можуть бути впевненими у тому, що ця допомога буде успішною, тому що лікарня добре оснащена, що є уся необхідна техніка і так далі?
Ну, у нас на сьогоднішній день больниця оборудована повністю всім необхідним для діагностики та серйозної патології. У нас є мамограф. Мамограф у нас дозволяє робити цифрові дослідження на сьогоднішній момент. Дозволяє робити під увеличенням фрагменти молочної залози. У нас дуже розвита цитологічна лабораторія, гістологічна. У нас є цілий отделение УЗИ исследований молочных желез. Поэтому на сегодняшний день, если девушки к нам обращаются, мы можем оказать диагностическую помощь в полном объеме. Мы производим те же диагностические пункции, тонкоигольные, трепан, биопсии. Поэтому мы всем необходимым не оборудованы, и в этом оборудовании и наших методах исследования, если мы все проведем, то мы можем установить диагноз каждой девушки. Які б поради ви могли дати жінкам, дівчатам, які от щойно дізналися про свою проблему, про наявність раку грудей? Які поради? Не вішати нос ні в коєму випадку, не займатися страусиною політикою, не прятатися від цього заболівання, а йти в спеціалізоване лечебне учреждення, обращатися і виконувати всі необхідні исследования и методы лечения, которые порекомендует доктор. Потому что если, допустим, можно привести такие статистические данные, если мы на сегодняшний, если у девушки обнаруживают онкологию, так скажем, на нулевой стадии, то есть единичные клетки, небольшой узелок, то выживаемость там составляет 98% в дальнейшем, в течение 5 лет лечения. Если уже вторая стадия онкологии, то там от 60 до 80% выживаемость будет. В случае третьей стадии уже будет 45% выживаемости, а уже четвертой стадии, то там не более 15%. Поэтому вот эти страшные цифры говорят о том, что не надо ни минуты сидеть. Пытаться убежать от этой проблемы не получится. Поэтому нужно обращаться и в лечебные учреждения и проходить все методы лечения, которые порекомендуют доктора. И чем раньше, тем краще. Чем раньше, чем краще. До речі, щодо статистики, ви сказали про, от, скажімо так, смертність від такого захворювання. А виліковується все ж таки більша частина жінок, тобто більше шанси... на сьогоднішній, це не приговор на сьогоднішній день, рак молочної залози. Це все успішно лечиться. Що ж, це основною має бути посил о том, що чоловік, який оптимист, они всегда выздоравливают. Поэтому верить в себя, верить в медицину, все будет хорошо. Що ж, ми вам вдячні сьогодні за прес-конференцію. Почули дуже багато цікавої, цінної інформації. Сьогодні до нас завітав лікар-мамолог Ігор Плаксєєв, розповів про профілактику, фактори ризику захворювання на рак молочної залози. Сьогодні, 23 вересня, така дата, Всесвітній день боротьби з раком грудей. Ми сподіваємося, що всі жінки, які побачили нашу прес-конференцію, почули інформацію щодо профілактики такого захворювання, що робити, аби вберегти себе від такого недугу. Ми вам бажаємо здоров'я, гарного дня. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.